горячей линии. Пропал без вести. Район какой и населенный пункт, и обстоятельства пропажи? На расстоянии 2-3 километра от Гадрут. Понятно. Фотография у вас имеется? Фотография имеется, но, к сожалению, я не принес, но принесу. Если можно, завтра. Для того, чтобы записать обращение, фотографии, какие-то подтверждающие факты, что он находился. Меня попросили по фотографии обратиться к вам с просьбой 30 октября. Последний раз звонила, после этого разговора уже больше связи оборвалась. Сколько количество человек с ним находилось? 15. Фотография зарегистрирована, фамилия, имя, отчество, все данные последние. Пришли в ваших интересах. Вот, и решаем все проблемы, касающиеся мирных, простых жителей. Конечно, все понимают, что это ни одного дня, ни одного месяца работы.